я как бы вышла из этой каморки, из скорлупы, в которой находятся многие художники, кстати, для того, чтобы и в своем окружении менять не только своим творчеством, но и отношением к жизни. Как можно соединить разорванное время? Только одним способом – продышать его. Салтанат Ташимова знает секреты метода. Она смешивает краски, ловит созревшие мысли, слова, холст, запахи, нюансы, блики. Все соблазнительно, экзотично и увлекательно. И да, конечно, любовь – это самое главное в ее постижении смысла, идеи, жизни в целом. Такой мощный энергетический поток любви, по ее же определению, то, что не хватает миру людей. Вот я себя вспоминаю в молодости, и мне часто переполняли такие чувства любви, вот непонятно к чему, просто переполняло чувство любви. Оно могло изливаться там на людей, там, на дерево, на природу. И вот это чувство хотелось во что-то вылить именно в творческом плане. И поэтому я его именно вот в искусство как бы преобразовала, можно сказать, это чувство. Это от такой полноты, и я вообще очень люблю людей. И, может быть, поэтому я сейчас вот очень активно веду общественную работу, помогаю людям, но в основном по экологии. Потому что я вижу, что у нас незащищенная очень экология и деревья. Их сотнями вырубают в Алма-Ате, и это просто очень больно видеть. Защита старых деревьев, домов, памятников архитектуры. Вот. И это все, это как бы одно поле моего творчества. Это все разные грани моего видения мира. Вот это ощущение того, что я всегда знал Салтанат, всегда была знакома, это хороший критерий того, что это давно и навсегда. Так, и мне кажется, что принципиальная невстраиваемость системы, какие-то системы и человеческие измерения, которые она берет в основу, и ее связь с корнями этой земли, с Казахстаном, с культурой, всеобъемлющая, то есть многомерная. И вот это передается ее живописи. Она знает код своего народа и традиции народа, очень бережно к ним относится. Знает вот на каком-то генном уровне историю эпохи золотого кочевья. А ведь кочевник – это символ вечного движения. Салтанат Ташимова закончила театральный институт, отделение мебельно-декоративной ткани. Ее работы представлены в частных коллекциях Казахстана, России, США, Германии, Новой Зеландии. Ее картины можно посмотреть в галереях и в ее собственной мастерской. Она настолько открыта и толерантна, в ней жгучая страстность и постоянная изменчивость, так же, как и неизменчивость. И во всем видно, что творчество в таком живописи. Конечно же, сейчас мы говорим о творчестве, но оно понятным образом связано с ее натурой. Ее картины – это спектр биографических изменений, а возможно, рассказ о самой жизни, о встречах, разлуках, о старении, потерях. Он полон абсолютно неожиданных поворотов. В детстве я очень любила рисовать с детства. Я помню, в детском саду ко мне выстраивалась очередь. Я рисовала принцесс, разные какие-то красивые какие-то картинки. Была очередь. Я была таким сорванцом. Я довольно часто дралась. Может быть, вот это вот бойцовские мои качества и определяют сейчас то, что вот я сейчас защищаю. Для меня мало просто творить, для меня нужно что-то делать, действовать. И сейчас я нахожусь в потоке, я чувствую. Художник, собственно, и есть его работы. Художник – это есть он сам, это его язык, это его мир. Он открывает для нас всех
новые пути в мир, он, в принципе, открывает для себя, не всегда он знает даже сам, что сотворяет. И это бесконечное движение, бесконечная пульсация, бесконечная вселенная, которую художник себя представляет, и есть, собственно, суть искусства и суть этого художника, суть таланта. Но вот эта свобода, которая есть в работах Салтанат, это, собственно, и есть ее, собственно, личная суть, ее внутренняя эссенс. Я увидела 37 полотен на стенах этой выставки, и в меня проникла ее энергия такого мощного взрыва вселенского. Абстракция помогла ей выйти из сковывающих форм и вдруг отразить и выразить бесконечное количество идей. Идеи, например, гора – это идея восхождения человеческого духа, вечного восхождения человеческого духа. Это вертикальная, вертикаль горы и то, как человек мог подойти к этой вершине и обозреть весь мир с этой вершины, и остаться самим собой искренним и спонтанным. Как она смогла увидеть незыблемость и основу всех миров? Для меня самое главное, какая энергия. Какая энергия будет идти от картин, и какие чувства будет испытывать человек, который смотрит на мои картины. В основном я люблю работать спонтанно, как бы вот чистый холст, и ты начинаешь линию, и с этой линии ты, получается, ты создаешь свой мир. И мне нравится вот так вот именно спонтанно, так непредсказуемо творить. Ну, для меня это такой процесс, когда можно из случайного пятна выстроить композицию. Или из какого-то оттенка, оттолкнуться от какого-то оттенка. И из этого может получиться новые настроения, новые какие-то миры. И мне нравится вот это ощущение, когда ты чувствуешь себя чуть ли не богом своих вселенных. Ты творишь свои вселенные. Редкое умение, исключительные навыки. И все, что видим, это во многом сочиненная ее же история. Смотрите, чтобы предвосхитить выставку, персональную выставку, Салтанат танцует. Танец, который она придумала сама. Скорее всего, этой импровизацией она объясняет, что бушует и плещется в ее холстах. Но ведь импровизация – это ее жизнь. И эта жизнь полна абсолютно неожиданных поворотов. Меня всегда она вдохновляла, ее танец. Я просто всегда тоже вовлекаюсь, когда она приглашает. Невозможно под звуки барабана шаманского не вовлечься в танец и не дать вот этой энергии земной и космической выйти через танец, выразить вот эту энергию через тебя божественную. Ну, где-то этому способствовала, может быть, моя какая-то такая своеобразная внешность. То есть еще в студенческие годы меня всегда просили позировать, и художники, и скульпторы, там, где-то сниматься. В фильме «Мустафа Шакай», там, в такой роли эпизодической. И вот у Виктории Кубы, французской, французского режиссера, я сняла в фильме «Шаманки». И это для меня очень уникальный опыт, интересный, где я могу показать себе совсем другой ипостаси. С
сам фильм, вот этот «Олма Джон», он о любви. И это очень близко мне, потому что именно этого не хватает сейчас миру, именно любви. Салтанат Ташимова почти всегда находит определение своим порывам, поступкам и творчеству в целом. Спонтанность – это слово магическое для меня. Импровизация – это жизнь. Концепция «здесь и сейчас». Можно сказать, что ее жизнь, как и жизнь обыкновенного человека, полна абсолютно неожиданных поворотов. Но четкая осмысленность всего, что происходит в этой ее жизни, это последовательный рассказ о серьезности намерений. И почерк творчества это подтверждает. Посмотреть на абстракцию, увидеть все же гармонию или метание, стереотипы или взрыв эмоций. Но пусть это все же определяет зритель, как и положено. Возможно, они сумеют увидеть стремление и мечту художника о гармонии устройства всего мира. А вообще, если честно, для восприятия нужен бэкграунд, хорошая культура, воображение. Это музыка, живопись, это свобода, собственно, двигаться как в ту сторону, которую ты хочешь, перед открытием мира. И она дает свободу любому зрителю. И эту свободу вот в наше время, она дорого стоит, она важна. То есть свобода оставаться в этих ассоциациях с самим собой благодаря художнику. Также я была свидетелем того, как великолепно Салтанат подошла к решению в картине «Изнанка миров». Баланс был соблюден белого и черного. Ни одного лишнего мазка. И ощущение, что да, вот так вот происходит в человеке. Как баланс, это как процесс. Он все время в движении. Она всегда в движении. То есть существует в движении, как все, собственно, наверное, как сама жизнь. Удивление она сама как натура, как человек, как художник. Вот это удивляет. А картина – это ее отражение всех нас, состояние, это ее, собственно, дар жизни и возвращение к себе. Каждая картина – это открытие, возвращение художника к себе самому. То есть это есть признак таланта, глубокого таланта и самой сути творчества художника. Мои основные характеристики, что ли, мои основные черты моего творчества – это импровизация и спонтанность. Как ты можешь творить или создавать импровизацию и быть спонтанным только тогда, когда ты можешь быть здесь и сейчас? Именно в этом моменте, когда ты осознаешь всю полноту этого момента. И тогда получается, именно тогда получается импровизация. И тогда получается картина. Именно такая спонтанная, живая картина, которая находит отклик у людей. Также меня поразила картина «Танец волков». Это экспрессия природного, необузданного, дикого чувства. Ведь в реалистической живописи невозможно это изобразить, а абстракция нам, Салтанат, это позволила. Также огромное количество других полотен, которые меня вдохновили, меня тоже вдохновили на творчество. Салтанат всегда идет навстречу людям, она всегда будет в них их ассоциативность. За каждым этим полотном годы упорного труда. Это еще добавляет ценности художнику, неожиданности, что ты всегда ожидаешь от него что-то нового, неожиданного. То есть это вот состояние ожидать неожиданного, это, наверное, и есть главное качество Салтаната. Ранние работы художницы выполнены в стиле импрессионизма. Старые алматинские двухэтажки, полевые цветы, цветы. Это те чувства, которые всегда с нами. Нежность и ностальгия. Возможно, счастье. Мне очень нравится вспоминать это время такого уединения, когда хочется писать стихи, ну, такие белые стихи я писала. Вот, когда хотелось в тишине сидеть и мечтать, и что-то такое творить очень камерное, очень душевное. И вот эти картины старой Алматы, вот именно об этом, о любви к городу,
о любви к людям, о любви к духу Старой Алматы. Да, это объяснение в любви. Картина вроде создана, она остановленное движение, остановленное мгновение, но она бесконечна, и вы там, в принципе, можете открывать для себя снова и снова. И вот эта свобода в картинах, вот это постоянное движение, внутренний космос. Внутренний космос – движение, свобода, энергия. Все это вместе определяется понятием счастья. Хотя для нее Салтанат, ее счастье – это сын Алмаз, друг, советчик, кажется. И вдохновение навек. Ничего странного и необычного нет в том, что Салтанат долгое время была поглощена ростом и воспитанием будущего мужчины. Ей обязательно нужно было научить его удивляться миру, любить это многообразие, проявлять и раскрывать свои возможности. Он и сам тянулся ко всему, что его окружало, и к чему прикасалась рука его мамы, хотя вдруг выразил желание исполнить импровизацию на Шанкобызе, сопроводив ее картины на персональной выставке. Сейчас основной мечтой Алмаза стало желание виртуозно играть на тромбоне. Яркий и блестящий тембр тромбона, мощный мягкий звук, всегда завораживал его. Он мечтает о карьере музыканта. Алмаз мастерит оригами, вкладывая в эту миролюбивую философию страстное желание мира и любви ко всему окружающему. Алмаз вырос, и все это осталось в нем, так же, как и в дочери Салтанат Дании. Встретившись с рождения, все они трое уже не расстаются и смотрят на мир в одном направлении. Дочь тоже художница и первый рецензент и зритель работ Салтанат. Почему об этой дружбе и вдохновении нужно говорить так много? Чтобы все знали, что без того мира, который ты создаешь своими руками, не может быть всего другого. Дети – это самая важная составляющая цельности любой человеческой натуры. А если ты художник, думается, что они – то самое движение, которое дает ей силы дышать, рисовать, бороться за свои идеалы и просто жить. Да, и просто жить. Самое главное, что мы с сыном очень близки по духу, и мы очень много говорим обо всем, об искусстве, о психологии, там, о Боге. Что интересно, он тоже такой же живой человек, ну, в смысле, интересуется очень многим, и для меня очень всегда было интересно с ним говорить на разные темы. Вот. И вот это именно неравнодушие к миру, к людям, вот нас это объединяет. Ее любопытство к жизни ошеломило. Картины, танцы, горловое пение, вовлеченность в экологию, путешествие в другие миры. За этим кроется деятельная сила ее натуры.
это путь преодоления тех вещей, которые несущественны в творчестве, искусстве. Возможно, это нервное истощение 20 века, которое все еще с нами, ну а более всего восторг перед самой жизнью и приключениями, которые мы часто называем испытанием. И Салтанат Ташимова дает нам возможность подружиться с миром гармонии и любви. О да, любви! Возьмем же с собой этот щедрый подарок.